Из сервисного центра Deutsche Mechanica выезжает стиральная машина вертикальная Whirlpool, та, о которой я недавно снимала видео. Кстати, мастера даже заклеили верхушку крышки, чтобы она эстетичнее смотрелась. Что в ней заменено? Женя, что в ней заменено? Заменены опоры барабана и поставлены новые амортизаторы. Проведены профилактические работы. Угу. Так. Патрубка. Герметизация бака. Патрубка, чистка. Замена сальников. То есть проведены серьезные восстановительные работы для этой машины. Да. То есть корпус у нее старый, а наполнение новое. Добрый путь. Фантастично.